Каспийске откроют школу на 500 ученических мест. Ход строительства учебного заведения взял на контроль глава республики Владимир Васильев. На объекте у мастеров проходят практику выпускники республиканских техникумов и колледжей. Владимир Васильев напомнил о нехватке рабочих кадров в регионе и подчеркнул, что такой подход к работе позволит улучшить положение в этой сфере, дать молодым людям опыт в профессии и повысить качество строительства. До конца 2020 года планируют завершить строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию.